нейробиологи экспериментально доказали. Мозг недоношенных младенцев распознает пол говорящего. А на разные звуки реагирует именно та область, которая у взрослых отвечает за восприятие речи. Это открытие взбудоражило научный мир. Оказывается, мозг способен развиваться на более раннем этапе, чем считали до сих пор. Последнее исследование показывает, что ребенок должен способен воспринимать практически все. В третий триместр беременности он и слышит, и даже, мы уже сегодня почти уверены, и видит, и уж точно двигается, причем осознанно. Беременная женщина может соткать тело ребенка голосом еще до рождения. Первые три месяца беременности голос матери выстраивает биологический ритм дня плода. Песня может стать сигналом, что скоро обед или прогулка. Вторые три месяца мама уже общается с ребенком. На каждое его движение она отвечает голосом и прикосновением. Последние три месяца перед родами уже можно закладывать основы образовательных программ. И даже обучать ребенка иностранным языкам и ориентации в пространстве.